Эй! Клиентам сюда вход запрещен! Если не трудно, закрой дверь с той стороны. Ты же видишь, я очень занят. Я ищу Эвелин Паркер. У нас тут такая не работает. Раньше работала. Что с ней стало? Наверное, исполнила мечту всех кукол и охмурила какого-нибудь богатого оленя. Мой тебе совет. Попробуй лучше Рокси из второй кабинки. Жопа такая же круглая. Остальное чип доработает. Разницы не почувствуешь. Это же тебя зовут Дубманом. Теперь ясно почему. Ты тупой как пень. До тебя до сих пор не дошло, в какое говно ты вляпался. Говно? Какое говно? Думаешь, я трясусь при виде каждого придурка, который сюда заходит, да? Облака под крышей у тигриных когтей, да? Не твое собачье дело. Ты, наверное, слышал про Джотара Щобо? О, это был несчастный случай. Это была не очень удачная встреча со мной. К сожалению, последняя в его жизни. Ты же не хочешь повторить его судьбу, правда? Нет, конечно. У меня с Щобо вообще ничего общего. Твоя тёлка, как её, Паркер? Её тут нет. Это я уже давно понял. Где она сейчас? Думаешь, ты во всем разбираешься? Да ни хера подобного. Куклы тут сидят не потому, что по жизни любят ебаться хрен знает с кем. Они работают. Их задача приносить доход. Эвелин не приносила доход? Увы, к сожалению для нее. Я видел, что она сделала с клиентом. Ее заразили вирусом? Кто бы ни закоротил ей схемы, атака шла извне нашей подсети. Раннер общался с Декой как виртуоз. Чип прожарился насквозь. Мы пытались его починить, но там было без шансов. И часто у вас такое случается? Ты встречал технику, которая не ломается? Вряд ли. Поведенческий чип раскалывает тебе сознание пополам. Некоторые просто сходят с ума. На место каждой сломанной потаскухи сразу приходят 10 новых. Слушай, давай перейдем к делу. Что в итоге стало с Эвелин? Сверху поступил приказ ее утилизировать. Ты ее убил? Нет. Я нашел Рипера, который хотел на нее посмотреть. Сказал, что как-нибудь починит. То есть ты отправил ее к Риперу, несмотря на приказ? Не слишком ли смело для тебя? Ну, ёб твою мать! У меня же тут не бойня! Ликвидация — это крайняя мера. И я всегда звоню семье, если она есть. Ну как, по-твоему, сколько папочек захотят ухаживать за мелкими шлюхами, которые скатываются в киберпсихоз? Немного. Выбрасывать их на улицу тоже не вариант. Это испортит нам репутацию. Для таких, как ты, в аду отдельный котел. А для таких, как ты, должны быть курсы по оскорблениям. Мы закончили. Ты вложил свои деньги, чтобы помочь бедной, убыточной Эвелин? Да ладно. Тебя не проведешь. Риппер сам мне заплатил. За сломанную куклу. У всех свои причуды.
Поверь, я на этой работе всякого навидался. И не такое видел. Фингерс в этом плане уникум. У него есть все фетиши, даже те, про которые никто не слышал. Он-то наверняка нашел Эвелин применение. Давай фамилию и адрес Рипера. Фамилии не знаю. Не зли меня. Очень надо. Зовут его Фингерс. У него клиника в переулке по Чпок-стрит. Там и ищи эту свою Эвелин. И больше тут не показывайся. Ясно? Поезжай лучше на лифте. Чем быстрее ты отсюда съебешь, тем лучше. Доктор Фингерс, Чпок-стрит. Прям влажная мечта студентки. Ви, ты можешь говорить? Это важно. Ладно, пора мне. Я должна вернуть вам оружие, хотя предпочла бы не возвращать. Я ничего не знаю, я просто тут работаю! В
Погоди-ка. Тонкая работа. Никогда не думал устроиться на дипломатическую службу. Тоже предательство? Как думаешь, у этого Фингерса мы ее найдем? Ви, если бы я был предсказателем, то не оказался бы ебаным чипом в голове живого трупа. А не латекс. Чего непонятно? Не хочу делать массаж чужому эго. Это я одобряю. Ну да. Ты бы на этот клуб вообще атомную бомбу скинул. Не преувеличивай. Я знаю много других способов. Трочки, вот ты все. Ты только учти. Когти тебе этого не забудут. Логично, сука. У тебя был план, но он провалился. Потому что в таком состоянии ты уже вряд ли сможешь найти Хельмана. А, блядь! Ну это что за херня? Да что ж такое? Господи, хули тебе от меня надо? Мы двигаемся слишком медленно. Ты загнешься раньше, чем мы узнаем, как разобраться с чипом. Ну ты же сам хотел, чтобы я сдох. Это было давно, я с тех пор успел передумать. Теперь ты мне нужен живым. Ты лучше скажи, что тебе вообще от меня надо. Я вытащил карточку выйти из тюрьмы. Было бы глупо ей не воспользоваться. У меня Карасаки личные счеты. Я выставил их 50 лет назад, и сейчас я хочу закончить начатое. А для этого мне нужен ты. Скажи, зачем? Тебе так важны твои устаревшие идеалы? Или это личная месть? Тебя не касается. Просто доставь меня из пункта А в пункт Б. Слушай, погоди, я все придумал. Я знаю, где мы можем расцепиться и кто нам в этом поможет. Ты, наконец, избавишься от чипа, а я раздавлю Арасаку. Все выигрыши, разве нет? Нужно только найти душегуб и добраться до Микоши. Соглашайся. Ладно. Что такое Микоши? Начнем издалека. Когда ты подключаешься к сети, у Арасаки появляется возможность натравить на тебя искин под названием «Душегуб», который способен украсть у тебя душу и сознание. Пока следишь за мыслью. Я же видел воспоминания. Он тебя нехило отделал. Видимо, у нас больше тем для разговоров, чем я думал, но это не важно. Важно вот что. Когда душегуб превращает твой мозг в манную кашу, ты умираешь. Но твое сознание копируется в энграмму. Да, так ты и стал конструктом. Именно, молодец. Так вот, Микоши — это логово душегуба. Там он хранит энграммы всех своих жертв. Давай, давай. Я же вижу, тебе есть что еще сказать. 50 лет назад Микоши была единственным местом на планете, где проводили операции на человеческом разуме. Скорее всего, ничего и не изменилось. Говорю тебе, все дороги ведут туда. Там мы найдем ответы. Каждый свой. И как ты в этот раз хочешь уничтожить Арасаку? У тебя есть еще одна бомба? И у бомбы есть имя. Альт Каннингем. Ни разу про нее не слышал. Это пока. Когда мы ее найдем, я вас познакомлю.
Короче, не тормози. Надо понять, как забраться в Микоши. Так, я слушаю. Ви, ты можешь говорить? Это важно. Что случилось? Кажется, я нашел решение нашей общей проблемы. Я связался со своим старым другом из Арасаки. Он сейчас здесь, в Найт-Сити. У него есть связи с очень влиятельными людьми. Ну и как ваш друг может нам помочь? Нам нужно встретиться втроем. Я, ты и мой друг. Ты расскажешь ему то же, что и мне. Что происходило в Камбэке Плаза. Я сомневаюсь, что мы его убедим, но с чего-то надо начинать. Уж кто-кто, а вы должны знать, что Найт-Сити все проверяет на прочность. Даже самую старую дружбу. Вы уверены, что этому человеку можно доверять? У нас уже много раз была возможность убить друг друга. Да, я доверяю ему. Ладно, где и когда встречаемся? В Джапантауне, после заката. Сейчас я вышлю тебе точный адрес. Встретимся на месте. Ви, ты все-таки мне позвонил. Ну да, я же обещал. Обещать все могут, а держать слово уже нет. Но как? Получилось что-нибудь выяснить? Эвелин уже не работает в облаках. Поведенческий чип сломался, поэтому ее списали и отправили к Риперу по кличке Фингерс. О, сука! Не знаешь, где искать этого Фингерса? Да, у него своя коновальня на Чпок-стрит. Блин, Ви. На нем клейма ставить негде. Еду к нему. Вдруг она там. Говорил я ей держаться подальше от облаков. О, ладно. Пока, Ви. Простите, сэр. Можно вас отвлечь на минуту? Какие-то малолетки пытались войти по фальшивым документам. Атмосферка тут что надо. Ну как? Тут получше, чем в облаках? Тут ты хотя бы знаешь, кто перед тобой. Ага, выглядит бедненько, зато работает. Ви, здорово! Это Кирк! Как жизнь, Чумба? Чумба? Ха, ты точно номером не ошибся?
Если помнишь, при прошлой встрече я тебе морду разукрасил. А, но это же дело прошлое. Жить надо сегодняшним днем. И у меня сегодня для тебя работенка. Легкие деньги. Зарули в койот, я тебе там все расскажу. Ну и проставлюсь, естественно. Ну, что скажешь? А, ладно, уговорил, подъеду. А я всегда говорил, что ты четкий пацан. Да, Кирк, говоришь ты много. И приврать не дурак. А, нет, Ви, только не в этот раз. В этот раз все пройдет ровно как надо. Ты только не тяни, приезжай. До связи. Эй, а ну-ка не шагу дальше. Слышь, ты к кому? Мне надо передать сообщение для Фингерса. От когтей. Какое еще сообщение? Срочное и секретное. Какое еще? То есть? То есть у тебя есть выбор. Серьезно? За что тебе потом навешают? За лишние вопросы или за тупость? Ладно. Шлам, пропусти его. Не, нежное создание света! Внемли! Ты в непроглядной тьме явилась! Все время надо. Голубое масло. Осквернившую кровью эту землю! Голубое? И кабы знал, наверное, производная цифобрикола. Мы и таким ставились на третьей корпоративной. Да это настоящий. 24 часа не чувствуешь боли, а потом почти ничего не помнишь. Для них самое оно. Эй, все в порядке? Не пойду я плавать. Ненавижу воду. Всем похер, ты понимаешь? Не в курсе, где тут живет Фингерс. Если б я мог, я бы поменял. Не понимаю, почему все вечно так запутано. В итоге у тебя остаются только провода и пустые бутылки. Убрал живо. Думаешь, я тебя боюсь, соска? Ты допиздишься, и шельмы придут в эту дыру полным составом. Если она тебе что-то должна, иди и подавай отвали, в суд. Отвали, не трогай меня! Привет, Ви. Окей, я понял. Мое терпение кончилось. Как только выплатишь то, что ты мне торчишь, эй! Можешь валить куда хочешь. Тут очередь! Куда вообще прешь? Садись и жди своей очереди, как все. Ты знаешь этого Фингерса? Слышал о нем кое-что. Что именно? У него иногда руки соскальзывают. Чего? Откуда ты вообще взял эту цифру, уёбок? Хоть кто-то знакомый в этой дыре. Я очень за нее боюсь, Ви. Я не знала, что у нее какие-то проблемы. Мы ее найдем. Обещаю. После налета Эвелин сначала пряталась у Шельм, правильно? Все верно. Тогда с какой стати она решила вернуться в облака? Подумала, что там будет безопасней. Черт знает. Я говорила, что это плохая идея, но она не слушала. А у Фингерса не было проблем с шельмами? Нет, с чего бы. Я слышал, девочки после его операции выглядят хуже, чем до. Ну, сам понимаешь, нельзя решить все проблемы сразу. Блин, мы тогда следующего утра тут просидим. Может, попросишь у дам, чтобы они нас пропустили? А чего я? Я им, кажется, не нравлюсь. Попробуй. Ну или придумай что-нибудь получше.
Думаешь, Эвелин держит где-то здесь? С одной стороны, хотелось бы. Быстрее найдем ее. А с другой, надеюсь, что нет. Кто знает, что этот больной ублюдок мог с ней вытворять. Вы с ней близкие подруги, правильно? И как, интересно, ты пришел к такому выводу? Ты кинулась ее искать, как только узнала, где она. Если начинаешь дружить с Эвелин, привязываешься к ней навсегда. Ты работала в облаках? Не куклой. Редактировала вирты. Там я познакомилась с Эвой, Томом, много с кем. Политический оппонент Райна, бывший прокурор Джефферсон Пиралес, также выразил свои соболезнования. Сходились во взглядах по многим политическим вопросам. И часто обменивались по... Смотри, ножки себе не переломай, дорогой. А то придется у Фингерса новое выпрашивать. Нельзя забывать, что корпорации крупнейшие налогоплательщики на Айтити. За прошлый год они принесли городу 700 что? Миллиардов евро. Ты чего творишь? Боже, да сколько вас тут? О, ты уже здесь? Любишь альтернативные способы входа? Выметайся из моей клиники! Сейчас же! Через дверь! Жесть. У меня есть пара вопросов. Чем быстрее ты на них ответишь, тем быстрее вернешься к пациентам. Что ж, сложно спорить. У молодого человека железная логика. 0,7%. Вот сколько. Ноль. Джентльмены, будьте любезны, не пере... Знаете, пациентка будет чувствовать себя немного неловко, если я оставлю ее без половины личика. Вы несете чушь. Да, налоги низкие, и это отлично. Когда богатеют корпорации, тогда богатеет... У Века повреждена сократительная мышца. Она не сможет полностью закрыть глаз. Думаешь, я сам не знаю? К сожалению, иногда приходится работать с детальками второй свежести. Ну да, а также третий и четвертый тоже, как я вижу. Ну и что? Мне кажется, такой вариант лучше, чем ходить без панели и без века. Вы меня за идиота держите, Пиралес. Прошу. Ладно, я подожду. С этим, я думаю, все согласятся. Мы вернемся к предвыборным дебатам после паузы. Будь хорошей девочкой, потерпи немножечко, хорошо? С вами новости WNS. Этот выпуск посвящен местным новостям. Еще одну маленькую секундочку. Как ощущение? Нормально вроде. Неужели обучение или работы на всех факультетах? А теперь более тревожные новости. 12 человек погибло в Виста дель Рей. Судебные медики... Вы от коктей? Что такое? У меня все уплачено. Мы от шельм. Шельмы? Что же вы сразу не сказали? Так, ну и что вам нужно?
кулинарных лабораторий. Вторая после... А девушки знают, что у тебя импланты ломаные? Можно и так сказать. Я даю им лучшее из того, что у меня есть. А что берешь взамен? То, что они могут предложить. А у них всегда есть что предложить. Тебе говорили, что ты больной ублюдок, а? Чего вам от меня надо? Эвелин Паркер. Мне надо знать, где она. Давайте пройдем в мой офис. А, через мой кабинет проходит много девочек. Очень много. И каждую я стараюсь выслушать. Применяю индивидуальный подход. Спроси, кого хочешь. Я же не просто лепила. Я бы с удовольствием провел вам экскурсию, но... может, потом? Конечно. Проходит время, и я их забываю. Прошу, располагайте ваши попки поудобнее. Лучше сразу выкладывай все, что помнишь. Иначе ты не забудешь мое лицо до самой смерти. Ее забрали ребята из студии брейн-данса. Я даже не знаю, как их зовут. Говори конкретней. Что за студия? Они говорили про бабочку, про Вирты с мертвой головой. Сказали, она годится для бабочки. Мне надо подышать. Жду внизу. Программа фестиваля также включает музыкальные выступления виртуозов, играющих на биве, и представление традиционных театров. Это все из-за меня. Надо было просто не пускать ее в облака. Хватит, успокойся. Мы ее найдем. Мы найдем то, что осталось от ее изуродованного трупа. Эй, возьми себя в руки. Ты что, уже сдалась? Нет. Надо найти подпольные брейн-студии. Что еще? Еще мы знаем, что они как-то связаны с мертвой головой. Тоже зацепка. Хм, и что ты собираешься с ней делать? По-моему, это безнадежно. Ты не видела что-нибудь с мертвой головой на логотипе? Что угодно. Рынок просто огромный. Это целая индустрия. Каждый занимает свою нишу в зависимости от фетишей. А нелегальные студии на одном месте долго не задерживаются. Они делают все, чтобы их труднее было накрыть. Мы должны найти, где снимают эту херню. Скорее всего, в какой-нибудь дыре. Вряд ли они куда-то ради этого выезжают. Ну да, наверное, там, где их не запалят. Я бы проверил, может, они где-то в своих виртах засветили место съемок. Эти ребята никогда бы так не подставились. Все на этом свете оставляют какие-то следы. Надо только знать, где искать. Кроме того, со мной главная специалистка Найт-Сити по брейн-дансам. От нас ничто не ускользнет. Я же все-таки профи. Так что да, есть идея получше. Есть в Даркнете такой сайт. Удовольствие Найт-Сити. Туда чего только не сливают. Может, и мы найдем что-то полезное? Сейчас, надо подумать. Я знаю фиксершу из Уэстбрука. Спрошу у нее. Ви, фиксеры не делятся инфой направо и налево. Мы с ней работали вместе. Не то чтобы она у меня в долгу, но посмотрим. А я пока попробую найти что-нибудь на серверах полиции. Я подожду в машине.
Здравствуй. Ты хотел поговорить? Я ищу брейн-данс. О, какой ты особенный. У них на логотипе бабочка. Мертвая голова. О, вот сейчас советую тебе быть поосторожнее. Ты знаешь, кто их делает? Где их снимают? А ты знаешь, как работают фиксеры? Давай-ка я объясню. Я не только заключаю сделки. Я могу совершить совершенно невозможное. Например, что? Например, сделать так, чтобы и покупатель, и поставщик, и даже посредник не вышли из игры или из окна. Ясно тебе? Так что никогда не спрашивай, кто, с кем, где, что, почему и зачем. Можешь достать такую запись? Нет, но я хорошо представляю, кто может. И кто же? Есть магазинчик на Чпок-стрит. У них большой выбор всякого дерьма. Спроси у владельца. Спасибо, Вака. Со мной у тебя всю ночь будет стоять. Зачем? Напряги воображение. Мне нужен особенный товар. Такой, чтобы... В смысле порно? Нет, пожестче. Это не ко мне. На Чпок-стрит есть один мужик. У него разные вещи бывают. Очень разные. Ну, покажите, что у вас интересного. Мне нужно что-нибудь сырое. Настоящее. У меня все только настоящее. Я зайду как-нибудь еще. Наверняка. А ты что, покупаешь что-нибудь или так и будешь клиентов отпугивать? Что у тебя есть? Вирты. Только обычные? Я так скажу. Кто знает, зачем пришел, тот не спрашивает. Мне нужны брейны. Особого рода. Особого? Агент, что ли? Давай лучшее, что у тебя есть. От мертвой головы. Ха. Да ты, я гляжу, из ценителей. Только учти, мертвая голова и стоит по-другому. Я вообще не по таким штукам. Ага, конечно. Я просто пытаюсь узнать, кто их делает и где. Слушай, я просто продаю, что продается. Никого не трогаю. Ты мне платишь, я отгружаю товар. А для чего он тебе? Это не мое дело. Откуда ты берешь эти записи? Те, кто их снимает, помешаны на секретности. Я даже и не думал спрашивать, где они все это берут. А совал бы свой нос куда не просят, может, и не разговаривал бы с тобой сейчас. Ну, покажите, что у вас интересного.
приятно иметь с тобой дело. Эй, ты, мудас, вон! Сраный ты кусок говна! В жопу тебя ебать! А ну, стой! Залезай. Дай подготовиться. Цепляй пока обруч и все остальное. План такой. Ты будешь смотреть, я по ходу редактировать. Готов, жду тебя. Описывай все, что видишь. Может, заметишь то, что я пропустила. Баба из мусорщиков. Ха, кто бы знал, что эти хуилы на досуге делают черные брейн-дансы. Заказ недавний. Это наверняка мусорщик. Других таких стиляк в Найт-Сити не найдешь. Спецовка с нашивкой Корпо Электрик. О, этот божественный аромат синтакофе. Дешевое говно. Еще и остывшее. Логотип Бак и Слайс. Кофе остыл. Явно стоял со вчерашнего дня. А пицца выглядела свежей. И что? Значит, кто-то постоянно ходит в Бак и Слайс. При том, что там и со вкусом проблемы, и с продуктами. Никто не поедет с другого конца города, чтобы сожрать кусок пенопласта. Короче, ищем станцию электриков, рядом с которой есть Бак и Слайс. У электриков была большая станция в Чартерхилле. Бак и Слайс там тоже есть. Но это все равно догадки. В любом случае, нам на электростанцию в Чартерхилле. Других зацепок у нас нет. Больше мы из этой записи не вытянем. Ладно, поехали туда. Ясное дело. Ты со мной? Да, поехали. Погнали. Все еще не могу забыть этот вирт из мертвой головы, который мы смотрели. Если они пишут только смерть... Перестань. Надо быть совсем идиотами, чтобы выкупить ее только ради этого. В смысле? Они не могли избавиться от девочки, у которой есть не только природный талант, но еще и кукольный чип. В конце концов, такие работницы на дороге не валяются.
Привет, Нойт-Сити. С вами Джош Коворкин, и, как всегда, ваше дело — это мое дело. У кого-нибудь завалялись акции городской полиции? Тогда... И мы на месте. Доктору, который вывел вас из комы, чтобы... Ну что, идем? Найди пока вход. Я останусь и проверю подсеть. Может, там остались какие-нибудь планы комплекса? Как только что-то найду, присоединюсь. А пока будем на связи. Сити заканчивает очередную сессию в минусе. С начала 2077-го... Учти, там будет опасно. И, если ты хочешь оставить меня здесь, прости, не выйдет. Ладно, я пошел. Срочно, сама и тащи. Что-то ты слишком борзая для грузчика. Я тут рублю хром уже 5 лет. И я тебе говорю, у нас нет перерывов. А я тут работаю 4 дня, и меня заебало таскать ваши ящики. Я сваливаю. Я скопировала план. Сейчас буду. Попробуй найти проход на нижние уровни. Трепещи, Найт-Сити! Будешь горячим!
54-й канал. Время местных новостей. Кровопролитие в пустошах до сих пор продолжается. Перестрелки произошли на трассах 1, 166 и 101. Что-нибудь интересное рассказала. Анекдот какой-нибудь тупой. Я не знаю. Все равно тут убивать нечего, кроме времени. Ну что ты по телеку вчера смотрела? Мутила с тёлками, может? Мутила или нет? О, жратва. Ела что-нибудь вкусное в последнее время? Ну, хоть какой-нибудь звук из стаи уже. Эх. Ну, долбануться. Опять? Теперь что?
Я нашел спуск. Видишь, где я? Ага, буду через минуту. Жди меня. Ви, подожди. Я сейчас. Я здесь. Надо спуститься на минус второй уровень. Скорее всего, ее держат там. О, знакомая рубашка. Ты слышишь? Партию метионина не хватит. Нормально. Добавим РТЛ, и все сойдет. Что за РТЛ? Эритритол. Типа конфеток для взрослых. А от этого эритритола ни у кого пена изо рта не пойдет. Иначе можно... Ты вообще понимаешь, что мы здесь готовим? Пропил метионин вставляет так, что даже парни из животных обсираются. А немного синтетического сахарку им не помешает. Не понимаю, за... Плохо. Молодец. Погоди минуту. Сейчас я их кое-чем займу. А потом мы проскочим. Все, давай. Продолжают работать на этой неизвестной технологии.
ведущих нелегальные раскопки на территории Венеции. В последней стычке погибли семеро королей и четверо грабителей. В руинах города, скрытого в Адриатическом море, осталось много бесценных произведений искусства. И спрос со стороны коллекционеров лишь воодушевляет расхитителей. Сообщается, что нелегальных раскопок в Венеции на данный момент составляет 1/3 ВВП Батарии. Большинство украденных произведений выведено на частные орбитальные станции, что затрудняет их возвращение. И дальше на запад. Швейцария к 2080 году станет первым государством, которое полностью автоматизировано. Во времена самурая мы давали там объявление, что ищем модели на... ...дроны и автоматизированный транспорт. Оставшиеся 10% именно их. Кажется, не вы одни пользовались этим методом. Работала на ура. Тёлочки шли толпами. Как говорится в официальном сообщении правительства, отныне мы действительно нейтральная страна. Спачем будет охранять наши границы, но ни при каких условиях не выставит Швейцарию агрессором. Это все на сегодня. Спасибо. До встречи в новом выпуске. Сегодняшний выпуск международных новостей можно с уверенностью назвать межпланетным. Синтетическое мясо для натуральных. Ценности стоимостью в миллионы евро-долларов были украдены с орбитальной станции «Галилей». Грабители пристыковали к станции во время солнечной бури, которая... Ага, вижу спуск. Осторожно, там еще двое. Я отвлеку, а ты с ними разберись. Что хочешь сделать? Думаю, поковыряться в трубах и подпустить пара. Давай, стреляй скорее!
Прекрасно. Наручники. Классика не стареет. Только это не пластиковые браслеты. Это сталь. Даже если ты пришел сюда сам, чтобы стать звездой, никаких гарантий, что ты отсюда выйдешь. Вон там как раз подсобка. Посмотрю, что можно Что над нами никто не стоит, и можно не напрягаться? Что нам не приходится херачить весь день под дождем? Да уж, прямо невыносимо. Нет, бесит, что тут работают одни.
заебало тут торчать. А! Я чуть не обосрался! Что, нам не приходится херачить весь день под дождем? Да, уж прямо невыносимая хуйня. Нет, бесит, что тут работает. Так дверь открыта. Если выйдешь, на одного станет меньше. Если я тебя прирежу, тоже станет. Да что у тебя случилось? Так, я же говорю, ненавижу это место. Лично за Ниной. Пройдись до доков, прогуляйся, проветри мозги. Токио я вообще терпеть не могу. Не город, а сплошная помойка. Может быть, она уже здесь. Может быть, она уже здесь.